Всем привет, дорогие мои друзья! Мы снова за грибочками. И первое, что я нашла, это у нас вишня. Вкусно. Вишенка. Кстати, я перед тем, как зайти, уже нашла 4 коровника. Дочь нашла здесь вот такой вот грибочек. Коровники нашла. Ну что, пойдем охотиться. Хочу передать огромный привет Риме, Олегу, птице Дом, а также хочу передать Зинаиде Матук большой огромный привет и всем остальным моим подписчикам, Сергею Шандарову. И всем-всем остальным огромный привет. Здесь вот уже кто-то побывал. Грусть перевернутый. Ну, а мы продолжаем. Ведь мы только зашли. И мы обязательно кого-нибудь поймаем. Мы здесь вышли, решили ближе к полю пойти. А тут, смотрите, еще одно чудо недалеко от дороги. Машину мы бросили там. Вон она. Немножечко прошли по дорожке. Здесь по краюшке дорожки норка чья-то. Норка. Толстенькая ножка. Это хорошо. Хочу еще передать привет Нине на 200. Лебединским привет огромный. Саша Лебединский. Вам огромный привет от меня. Кое-как заметили вот это вот чудо сквозь травку. Решил спрятаться от нас. Мы-то знаем, где они у нас прячутся. Хороший молодой грибочек. Здесь еще птицы кричат. Слышите? А мы пока еще не видим грибочков. То, что на опушке нашли, больше не видим. Камера и тут же. А он мне кричит: я возле березы стою, возьми меня. Конечно же, я его беру. Хорошенький. Кстати, нашла гнездо. Это мне в музей. В мой музей. Так, вот здесь вот подозрительные ямки. Да-да-да. Кочки, точнее. Груздочки. Так. Только один, правда. Ой, замечательно, прям хороший. Его почистить, чтобы дома меньше было грязи. Так, и вот здесь вот, вот этот. Немножко сломался. Такой какой-то. Не очень. Не очень. Прикрываем, чтобы не сохло. Так, будем далее смотреть. Далее, далее. Вот еще один красавчик какой попался. Тут какой. Какой хороший лес. Только заехали в него, а уже грибы
попадается. Прям красота. Смотрите, какой гигантский муравей. У меня садится телефон, память в телефоне заканчивается. Буду снимать немножечко поменьше. И видео будет разделено на три части, потому что видео получилось очень длинное. В общем, вот так вот. Ну, грибы есть, лукошки у нас пополняются. О, бочечки. Откопала рядом. Смотрите, сколько попалось. Раз, два, три, четыре. Так, здесь четыре. Вот туда дальше. Вот. Пятый. Где-то тут. Шестой. Где? Где-то тут еще был. В общем, грибочки тут есть. Собирать, собирать. Третий, кого я нашла. Вот это сюрприз. Хотя еще и рановато, но уже вот. Вот они. Опятки. С юбочкой. Вот они. Красота какая. Целая гроздь. О, какой красавец хороший. Прям молоденький. Молоденький. Вот, боже мой. Дождей не было целых две недели, но этого хватает, чтобы грибы лезли. Так. Ножка червивая. Сейчас мы вот так вот. Здесь все нормально. Вот, пополняется корзинка. Это мы сюда обратно. И дальше. Лес суховатый. Очень даже суховатый. Ну, грибы есть. Здесь похоже на деляну какую-то. Лес выпиленный. Идем дальше. Вот вышли на опушку, и здесь вот доча нашла грибок. Подберезовик. Такой красавец. Нее еще один нашла. Так. Так. Лобачки. Не червивый? Нет. Показалось. Грибы уже все. Но грузди не попадаются. Очень обидно. Здесь нашли уже старенький грибок. А чуть дальше вот такой вот красавчик. И вон еще один. Такой же гриб. Вот еще один. И чуть далее, где-то тут. Вот здесь вот должен быть. Срезали уже, вот да. Еще один. Вот еще один. Вот еще один. Вот еще один и вот еще один. Вот. В принципе, здесь все недалеко. Грибочки. Какие-то грибы не червивые, но уже какие-то суховатые. Суховатенькие, но не червивые. Но не червивые. Нормально. А вот еще один. Ух ты, прошу, пани. Ножку на место закопать. Вот так вот. И дочь нашла. Так, еще один грибочек. Покусанный. И сухой. Так, ножка червивая. Сейчас будем смотреть. Ну вот, ножку отрезала. Она дальше нормально. Тем вот здесь возле корзинки. Еще один
грибочек. И вот здесь, смотрите, какой интересный гриб. Интересненький. Посмотрите, какой гриб. Чудо-гриб. Интересненький. Такой. Красавчик. Вот этот гриб подольше. Хорошенький. Идем дальше. Вот какой у нас грибочек встречает. Малышек. Мы с другого края леса на другой край леса перебрались уже. Немножко набрали абсолютно. Ой, чуть-чуть. Это мы туда обратно засунем и прикроем. О, вижу, вон еще один. Вот край леса. И вон там край леса был. Так. Корзинку я тут оставлю. А вот и с собой возьму. Это с собой. Где у нас тут ножка? Ножка у нас вот. Ну, какой хорошенький. Мы уже сменили третий лес, а грибочков вовсе не набрали. В общем, печальная охота. Вот еще грибы нашли. Да, у нас сразу фотосессия. Тут еще один чувак сидит. Это она нашла, да? Понятно.